6 августа 2019 года в селе Бестужево 42-летний мужчина распивал алкоголь со своей сестрой. В ходе этого возникла ссора, которая закончилась дракой. Женщина схватила со стола нож. Высокий. Да. Я вот так схватила и начала. Ну, нож мягкий. Сколько ударов? Я не считала. Ну, он как... прям по минуте, не считала. Ну, так вот, тыкала мягко, мягко входил, мягко. Я не считала. Женщина нанесла своему брату больше 10 ударов ножом в грудь, шею и спину. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте. Женщина попыталась скрыть следы преступления. Она вложила нож погибшему брату в руку, а в ходе следствия выдвигала различные версии произошедшего, в том числе и суицид. В результате проведенного осмотра места происшествия с участием следователя-криминалиста отдела криминалистики Следственного управления были обнаружены и изъяты криминалистические объекты, в том числе следы и само орудие преступления, которые имеют важное доказательственное значение по уголовному делу. Сейчас следствием собрана необходимая совокупность доказательств, которая изобличает обвиняемую в совершении особо тяжкого преступления. Кораблинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении 52-летней жительницы Кораблинского района, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренной частью 1 статьей 105 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это убийство. В настоящий момент уголовное дело направлено прокурору района для утверждения обвинительного заключения и последующего судебного рассмотрения. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».